если я свистну эту машину, мне отрежут палец. Поеду на общественном автобусе. А можно поиграть, пожалуйста? Можно? Идем, идем, Магомед. Нельзя поиграть. Направили мою любовь к математике. Волейбол. Еда, еда, не хватает мяса. Было бы мясо, было бы лучше. Мы находимся в Африке, в столовой республике Кидс. Вот, вот этот вот человек, это вот его мы сегодня будем кушать. Мне не хватает мяса. Вообще, вот это вот мясо, да, здесь, по-моему, больше юшки, чем мяса всего. Какое ваше любимое блюдо? Спагетти. And what is your name? Али or Баба? Али Баба. Поэтому... Это Али Баба. Здравствуйте, Али Баба. Весьма вам благодарен. Прости. Вакханалия. А как в жизни все? Коля. Жизнь – аллегория. Это был видеокадр, это история одного яйца. Ну, где отпетый мажи? И я со своим воспитанием. Ты понимаешь? И теперь мы не понимаем, откуда у этих... Вот в этих детей столько энергии. Ты где живешь? Я живу в Перми, единственный, кто сюда приехал. А это какая страна? Это страна-монастырь. А мечты какие-то есть о чем-то? Да, стать артисткой. Хорошая мечта. У меня такая же. Как блин? Кухня. Волнуется и всем, кто выступает первый раз. У меня прям ноги тряслись. Анна, Нона, Саломе, Эйка. Из Грузии. Я буду озвучивать мультики. Красава вообще. Ну, мне понравилась Ира Застрогина, как она пела. Устал, даже. Без любви я устал, понимаешь? Ну вот вообще прям не могу больше. Скажи, пожалуйста, а были сильные конкуренты? Да. Мы с ним даже дрались. Вообще классно, зажигательно так. Хочу сказать, что мы в первый раз на слете республики.
Республики Kids, и мы выиграли батл. Ура! Четвертый день нашего слета начался с вокального сейшена, где ребята соревнуются в вокальном мастерстве. Те, кто умеют петь, поют, а те, кто умеет играть в бильярд, играют. Каждая ночь в Республике Кидс Королевская. Давайте посмотрим, что творится в номерах кидовцев. А вы к нам заходите. Это пришли клуиновцы. Мы пришли. Да выпускай уже ее. Вот она. Мы находимся в Африке. Это самое большое поле. Всего лишь 7 лет, да, это правда? А почему должно быть неправдой? Не, ну я же не знаю, и откуда ты столько умных слов знаешь? С первого класса. В Республике Kids есть традиция. На каждом слете открываются новые звезды на концерте поколения NEX. Что ты волнуешься? Я не волнуюсь, у меня хриплое горло. Меня тоже, видишь? Ты хорошего такое. Все прекрасно знают, как ты классно поешь. Не расстраиваешься? И все говорят, Алиса, ты крутая. Спасибо. Фоткаться нужно. Очень много нужно фоткаться. Очень много. Мы снимаем все это видео. Тем более. Так что с этими мошенниками играли в баскетбол и в большой теннис. Помните, что вы лучшие, и что мы лучшие, и что мы с вами. И все будет хорошо. Супер. Мы не фоткаемся. Нет, вода холодная, не хочу прыгать. У вас нет души экстрима. Я хочу покупаться. Ты нахваливаешь, это море, беги. Проходит кастинг ведущих. Что вы подготовили уже? Мы подготовили новости и пародии. Вот мы сегодня утром снимали. Монтируем теперь. Да. А знаете, почему я так быстро говорю? Потому что я боюсь показаться дурой. Я вообще очень счастлива, что оценили так ролик наш. Уже звезда. Ее раскручивать не надо, она уже раскручена. Нам очень понравилось, и мы тоже будем рады тебя видеть на нашем мастер-классе в школе ЕС. Yeah.
наши сердца горят и не горячие, все наши глаза, они просто блестят. Огромнейшее спасибо родителям и педагогам. Утро ярко светит, строим фотосеть. Где ты? Где ты? Мы с тобой актер. И вам всем спасибо! Кто мы? Кто мы? Это традиция Республики Кидс. На каждом слете в конце нашей недели отдыха мы вешаем вот так на дерево желаний. Быстро время пролетело. На самом деле я как-то даже не заметил, что 7 дней прошло. Республика Кидс — это просто, это не мероприятие, это целая страна, это республика. И мне очень понравилось. Я буду приезжать туда каждый слет. Хоть, к сожалению, заканчивается 4-й слет Республики Кидс, но мы увидимся вскоре на 5-м международном слете Республики Кидс, и это будет просто супер. Либо кидовцы конфеты рассыпали, либо, как всегда, нагадили. А мне убирать, блин. Надо делать. Второй автобус, загружаемся! Поедешь со мной на 5-й слет, а? Конечно, ведь мы же друзья.